Ну вот видите, у нас середина декабря, на улице плюс 17, прилетели воробьи и клюют восточную хурму. То есть это вот хурма, которая осталась на дереве, на вершине. До нее было уже трудно добраться. Ну и немножко оставляем специально для птиц. Мороза нет никакого. Вот видите, как активно. Воробьи чикают нашу хурму. Это на дереве джира. Вот покрупнее взял. Снимаю с рук. Смена караула. Вот такая зима на ЧПК Черноморское побережье Кавказа, город Туапсе.